Так, в понедельник жду тебя у себя. Вик, перенеси мою завтрашнюю встречу на 7 вечера. Поеду с поставщиками разговаривать. Так, поняла. Вячеслав Андреевич, что значит «выбери жизнь»? Ну, в смысле, вы так часто произносите слоган нашей, то есть вашей компании. «Выбери жизнь»? Это был такой слоган в 90-е. А мы прибавляли к нему свое. «Выбери дизайнерское белье». В тщетной попытке вдохнуть жизнь в ваши почившие отношения. Выбери сумки, выбери модные туфли, кашемиры, шелк, все, что выдают за счастье. Выбери Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram и еще тысячи способов поливать желчью неизвестных тебе людей. Выбери новый iPhone, сделанный китаянкой, которая вышла из окна, и сунь его в пиджак, сшитый в далекой южноазиатской душегубке. Выбери посты в соцсетях. Расскажи миру, что ты ел на завтрак в надежде, что кому-то не посрать. Встреча со старой зазнобой. И надейся, что ты выглядишь лучше, чем она. Выбери лайфблогинг. С первой дрочки до последнего вздоха. Общение сейчас — это просто набор нолей и единиц. Выбери 10 вещей, которые ты не знал о звездах и их операциях. Выбери вопли про аборты, шутки про насилие, сладшейминг, порноместь, бесконечный поток женоненавистничества. Выбери, что в перевороте 91-го виноват сионистский заговор. Выбери почасовую оплату, пару часов пересадок до работы и такую же участь для своих детей, но только хуже. И жалей, что вообще когда-то их завел. Приди домой, откинься и заглуши боль неизвестной дозой мутного дерьма, забодяженного на вонючей кухне. Выбери бесконечное сожаление, что не прожил жизнь иначе. Выбери всю ту же заезженную пластинку. Выбери не учиться на чужих ошибках. Выбери медленно, с наслаждением, проглатывать то, что у тебя есть, а не биться за то, чего хочешь. Довольствуйся малым, но с лицом победителя. Выбери разочарование и утрату любимых людей, вместе с которыми каждый раз умирает и часть тебя. Пока не увидишь однажды, что часть за частью ушло все, и от тебя уже ровным счетом ничего не осталось. Выбери будущее, Вика. Выбери жизнь. Тогда нам это казалось забавным.